Бак увидел, как странная вещь плывет по воде. Он был в шоке, когда узнал, что это такое. В декабре 2016 года местный рыбак из Тайваня увидел необычную бутылку, которая плыла по воде. Но удивительно было то, что погода стояла безветренная, и в реке не было течения вообще. То есть предмет каким-то мистическим образом передвигался самостоятельно. Гао Сюн Ку Ляо решил выяснить, почему эта бутылка движется. Когда он достал ее из воды, то был просто шокирован. Оказалось, что к пластиковой бутылке была прикреплена черепаха. Видимо, кто-то решил поиздеваться над животным, приклеив и привязав для пущей прочности бутылку к ее панцирю. Спасти черепаху от такого груза было нелегко, так как клей схватился намертво. Но мужчина смог. Скорее всего, черепаха уже давно страдала от жестокого издевательства людей, ведь вся бутылка и панцирь были покрыты слоем мха. Бедное животное не могло даже полноценно питаться, потому что все время находилось на поверхности воды, не имея возможности нырнуть. После того, как Гао Сюн Куо Ляо отпустил черепаху, она неуверенно поплыла по реке. Ушло немало минут, пока она вновь привыкла к жизни без своей прошлой ноши. И пусть рыбак в тот день ничего не поймал, но он точно сделал доброе дело. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного. И не забудьте нажать на колокольчик,